Спортивное поле на стадионе школы номер 16 пустует редко. Ежедневно здесь собираются спортивная молодежь города, мальчишки играют в баскетбол, крутят на брусьях и перекладинах замысловатые трюки. Сегодня активно задействована баскетбольная площадка. Инициативный Павел Колобков, директор образовательного учреждения, в преддверии Дня физкультурника собрал ребят, увлекающихся спортом, для проведения товарищеского турнира по стритболу. Первый мяч в баскетбольной корзине. Павел Сергеевич всегда готов поучаствовать в игре. Тем более, что физическая подготовка в норме. Признается, это результат того, что он с самого детства занимается спортом. С малых лет сначала вместе с отцом ходил на спортивные соревнования. Позже и сам стал активным участником многих видов состязаний. Павел Сергеевич имеет награды и областного, и зонального значения. На сегодняшний день я занимаюсь не профессионально любительским спортом, волейболом, но могу принять участие, скажем так, в любом виде спорта, что баскетбол, футбол, теннис и так далее. Спорт, я считаю, что это вообще здорово, то есть сплочает людей, это командный дух. В конечном итоге мы хотим все-таки повлиять на наш город, в каком отношении, чтобы по максимуму привлечь молодежь именно к любому виду спорта, чтобы они не сидели в подъездах, не на лавочках не пили, а мы занимались здесь, на наших площадках. Сегодняшний товарищеский турнир по стритболу собрал ребят из разных школ 8, 20 и 16. И это не просто встреча ко дню физкультурника, отмечает преподаватель физкультуры Михаил Дрягин, а хорошая спортивная привычка. Приятно, что работает Павел Сергеевич, и мы с ним совместно это много проводим таких мероприятий, там совместных, таких внутришкольных, больших. Это там туристические слеты, биатлон, кроссы, там лыжня в России там проходит массовые такие соревнования. Приятно видеть, что вот у нас даже вот, я говорю, по своей площадке много ребят стало ходить заниматься. Вот особенно гимнастика, вот эти все силовые, вот они, баскетбол, футбол приходят играть. Очень много народу ребят стало ходить. Не то, что там раньше, конечно, было, что пойдут там это и бутылки, и намусорят все. Сейчас более порядок стал, и ребята более сами. Вот они даже скамейку принесли, уже сделали. Щит надо было ремонтировать, тоже пришли сами, помогают делать все это. Сегодняшний турнир по стритболу в канун Дня физкультурника завершился равным счетом у команд. Как говорится, победила дружба. Михаил Дмитриевич, от всей души мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Желаем успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Ура! 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 Наталья Рожкова, Александр Полищук. Новости нашего города.